А вы знали, что сегодня день лохматых? Такой необычный праздник придумали для того, чтобы бороться со стереотипом, мол, лохматые люди неряшливые и неаккуратные. Но как вы считаете, это сильная новость? Рубрика «Короче», поехали! А в Гомеле завтра пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек. Шествие начнется в 3 часа дня. Сказочные персонажи пройдутся от улицы Республиканской по улице Ильича до кинотеатра «Мир». Водителям стоит учесть, что на время шествия движение по этому участку будет ограничено. А в Гомеле кассир печатала неправильные чеки, заработала 1500 рублей, не уголовку. Вначале она спрашивала у покупателей, нужен ли им чек. А второй кассовый документ, который потом и шел в бухгалтерию, печатала уже без некоторых позиций, за которые получила деньги. Как думаете, ее наказали? Влепили штраф и запретили занимать должности, связанные с материальной ответственностью. Ну и страсти кипят в Гомеле, а все из-за синьки. 41-летняя женщина выпивала со своим 24-летним возлюбленным. В какой-то момент она приревновала своего бойфренда, возник конфликт. Женщина схватилась за нож и ударила им парня в грудь. И все это на глазах у ребенка. Бедняга в больнице, ну а женщину арестовали.